еще одна атака. И сразу, как я говорил, еще одна атака. Проведенная Барселоной. По-русски заканчивается взять рост. И снова это совершает Фредди Бобич на 55-й минуте. Сейчас это 3-1. Вся размашка атака, как заезжена оборона Буависта. Здесь все защитники были собраны в Питере, там, где был Уинни. И в итоге только вот один первый рубеж обороны, второго после не существовало. Повтор. Ну, а Фредди Бобич был заменен еще 8 минут спустя. И это очень важно, что в силу этой своей замены